Вазербие! И первый бой сегодняшнего вечера по смешанным единоборствам открывает противостояние нашего спортсмена Артема Лобкова против его соперника. Артем Лобков снялся пару дней до боя, да, и на коротком противостоянии ему выходит в клетку с соперником Вандербиева, который мы видим, Арчи по кличке Рокки Белановский, родом из Италии. Арчи Белановский, да, должен был быть Артем Лобков, выходит Артем, если хотите, Белановский. Шамиль Вазербиев, которого вы сейчас наблюдаете на своих экранах, является вольным борцом. Он мастер спорта по вольной борьбе и боевому самбо. И это его профессиональный дебют. Неплохая база для ММА, я бы сказал, идеальная база для ММА. Это база вольного борца. Ну а противостоять ему будет не менее интереснейший, да, оппонент. Менее интересный оппонент. Please welcome his opponent from the red corner, Archie Rocky Belanovsky. Archie Rocky Belanovsky, Rocky, ну, скалистый, да, забористый какой-то, да. Непростой этот парень. Является он призером и победителем международных соревнований по кикбоксингу, по ММА, но в основном на любительском уровне, потому что первый свой бой по профессионалам он, увы, проиграл. Да, но это не сделает погоды сегодня, ведь по любителям у него достаточно большой опыт. И можно сказать, что для Арчи Рокки Белановского это тоже некий дебют, да? Да, но он, получается, выступал по Кейвану, а в ММА у него также чистый рекорд. Он базовый кикбоксер. Интересно то, что... Да, мы видим, кто у него секундант. Известнейший Жуковский. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 171 centimeters tall. He's a professional weight, 61 kilos, 24 years old. His professional debut, Шамиль Вазербиев. His opponent from the red corner. Here's a professional debut, 177 centimeters tall. His official weight, 61 kilos, 20 years old. Archie Rocky Belanovsky! Бойцы на середину. Парни, правила знаете, не нарушаем. Покажите красивый, честный бой. Пожали руки по углам. Итак, первый бой нашего сегодняшнего ММА-вечера. Арчи Рокки Белановский против Шамиля Вазербиева из России. Я не буду даже ставить ставки, но борец против кикера. Сами все знаете, что здесь может произойти. Явно, что Шамиль Вазербиев будет искать свое счастье в партере. Но насколько ему позволит это Арчи Рокки Белановский, мы сейчас с вами увидим. О! Очень заряжен Вазербиев. Я думаю, он не упустит своего соперника. Да, но и Белановский по кличке Рокки тоже интересный оппонент, да? У меня сразу Сталлоне вспоминается, когда ты говоришь кличку Рокки и те самые тренировки на лестнице, да. Ну, на лестнице не Миги можно потренироваться. Да, я думаю, поэтому он и взял этот псевдоним себе. На самом деле, да, Белановский, он имеет итальянский паспорт, да, он итальянец, вот, видимо, просто с белорусскими корнями. Международное противостояние у нас в эфире. Да, Россия, Италия.
Борец против кикера. Не присматриваются соперники друг к другу. Такое сразу ощущение после K1, как будто, знаешь, с них сняли перчатки, у них такие подперчаточники на руках. Просто накладки. И я вас уверяю, если с этой накладки попасть по оппоненту... Ой, сразу в борьбу переходит Вазербиев. Вот, Вазербиев врывается в корпус оппонента, держит шею Илья Белановский, но, поверьте мне, кикер не знает, что с ней делать. Но он тренируется по ММА, я думаю, уже знает. А вот Вазербиев знает точно, что делать с шеей соперника. Да, и переворачивает своего соперника сверху сбоку положение, очень перспективное для Вазербиева. Вазербиев был очень недоволен, что он выходит в синий угол, что его в BFC считает андердогом, и он сейчас хочет доказать, что он лучший. Твой шанс. Конечно, все шансы у него. Особенно сейчас он находится в выгодной для себя позиции сверху, прижимает Белановского. Да, и начинает делать то самое, что делать должен настоящий вольный борец. Вот посмотрите, хафгард. Прижимает своего соперника Арчи Рокки Белановский. Дает ему работать и отжимает, наоборот, от себя Камиль Вазербиев соперника, работает по голове, останавливает рефери бой, в том числе потому, что держится соперник ногами за сетку. Послушаем рефери. Синий, стойка. Стойка. Минус балл, запрещенное действие, удар головой. Удар головой и запрещенное действие, и минус балл получает Шамиль Вазербиев от рефери. Синий готов? Синий готов? Красный готов? Заслуженно, что сказать? Да, нужно ознакомливаться со всеми правилами еще до начала поединка. В том числе не нужно забывать о правилах и какие-то... Но мы посмотрим, что Вазербиев, он мастер спорта по боевому самбо, а такой прием, как бычок, боевом... Бычка, да. Да, боевом самбо очень приветствуется. Ты знаешь, может быть, где-то он и рассчитывал, что рефери это не заметит, но не тут-то было. Где ответ Белановского? Сразу в борьбу, сразу в борьбу вырывается, поднимает и бабам! Ох, жестко! Жестко! Занимает позицию сверху Вазербиев. Опять держит шею. Ну, пытается достать, достает шею. Пытается достать шею, да, обрабатывает, да, голову грамотно. Неудобно. Сейчас своего оппонента отпустит все-таки Арчи своего. Нет, не отпускает, смотрите какие. Начинает душить Вазербиев, ты смотри. Да, он накидывает то ли болевой, то ли удушающий. Я бы сказал, да, такой бочунский удушающий. Да, 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 душит, да, душит. Давайте посмотрим, немножко не видно, что же там происходит. Рефери должен быть внимателен в данной, да, ситуации. Да, может отключиться Арчи, нужно быть на готове. Ну вот, все. Нет. Теряет захват. Да. Рокки оказывается внизу. Да. А вот поднимается в стойку. Он выдерживает Арчи. Молодец. Этот напор. Хорошо. Красный. Синий. Синий. Бой. Тем временем это первый раунд. Залетает опрометчиво с ноги. Арчи Рокки, не надо так делать против борца. Опять сваливает его в партер Шамиль. Пытается Вазербиев опять сесть сверху. Я напомню, что Рокки был боксером, тот, который Сталлоне. Соответственно, Арчи Рокки должен нам показать свой бокс. Стойка! Стойка! Поднимает в стойку рефери оппонентов. Красно, запрещенное действие. Удар колено в партере в голову. Минус балл. И второму оппоненту, то есть Арчи Рокки Белановский, достается минус балл за запрещенным, за запрещенный удар коленом в партере. В голову. Да, в голову Шамиля. Минус один и минус один двум соперникам. А смотри, Вазербиев-то уже выдохся. У него была ставка на первую, как говорится, минуту. Да, здесь нужно уже... А здесь он уже немножко устал. И не так рвется в бой. И вот Белановский начинает... Белановскому включаться там в работу, вот что он и делает. Нет, так не надо. Молодец. Белановский спасается, Вазербиев. Уже, да, он уже спасается. Гонг спасительный спасает Шамиля. В этом раунде от избиения от Арчи Рокки. Только он начал включаться.
Ну, что мы отметим из первого раунда, кроме напутствия от Михаила Семенова и Юрия Жуковского, мы отметим то самое удушающее действие Шамиля Вазербиева. Оба соперника получили минус балл за неправильные или запрещенные действия в партере. И концовка этого раунда была, скажем так, за Арчи Роки Белановский. Никто не ожидал, что закончится первый раунд. У всех людей, которые наблюдают за BFC, делали ставки на то, что Вазербиев победит в первом раунде. Да, сейчас у рефери идут яркие, у судей идут яркие дебаты по поводу того, что происходило в этом поединке. Слэм от Шамиля был красивый, партер от Шамиля был неплохой, но он его не доработал. И Рокки показывает характер. И Рокки имеет характер, молодец. Очень интересно. Вот первый же бой нам показывает, что очень будет интересный карт. Надо же открывать наш сегодняшний карт по ММА, действительно. И Белановский идет в атаку. Нажимает он своего соперника, давит Арчи Рокки Белановский. И Рокки начинает работать в своей манере на руках. Да, посмотрим, что же самбист и борец Шамиль Вазербиев ответит на это. Нет, по ударной технике Шамиль медленнее, не такой он искусный, как кикбоксер. Но видно, когда он выступал по боевому самбо, он больше накидывал, да, он больше бросал, чем бил, потому что не очень сильная ударная техника у него. Да, у Шамиля, да. Ну, Белановский, как отъявленный кикер, не знает, как противостоять борцовским приемам. Я уже говорил эту фразу в первом раунде. Не знает, что делать кикер в партере. И подтверждает это своими действиями Арчи. Ну, знает он, что нужно прижать соперника. А что с ним дальше делать, не знает. Главное сейчас Белановскому шею. Смотри, шею дает. Это плохо. Все, сдается. Проигрывает бой. Арчи Рокки Белановский выигрывает этот бой Шамиля Вазербиева. Что вы на это скажете? Я скажу, что Белановскому просто не хватило этого. Просто не хватило опыта, и из-за этого он проиграл свой поединок. А так у него все были шансы закончить этот бой в стойке. Он так хорошо держался после против борца. Да, согласен с тобой полностью. Все-таки дожимает своего соперника Шамиль Вазербиев. А я напомню, что самбо и боевое самбо является одним из самых универсальных видов смешанных единоборств. И это доказывает нам Шамиль Вазербиев. Победа во втором раунде удушения. Ladies and gentlemen, in this fight, winner by submission, Шамиль Вазербиев! И Шамиль Вазербиев побеждает удушением в этом поединке, ну а сейчас послушаем его интервью победителя. Ну что же, я уверен в том, что тот слэм, который ты здесь показал, сегодня может войти, в принципе, в историю BFC как один из самых красивых. Yeah, the slam in the first round have to be in the highlights of all BFC. Но дай нам свои эмоции. Как ощущения после боя? Поздравляем тебя с первой победой на профессиональной арене. We want to congratulate you with the first victory in your professional career. Give us your emotion. How do you feel? Спасибо за поздравление. Эмоции волшебные. Давно не выступал, 2 года уже, поэтому чуть трудная проблема. Бой был. It was a close fight. It was a hard fight for me. I didn't fought for 2 years. Ну что же, у тебя есть возможность прямо сейчас
поблагодарить тех, кто тебя подготовил, и ты достиг своей цели. Спасибо моему брату Азамату, Шамилю, Мирзе, всем и залу Фениксу за то, что дали потренироваться, подготовиться. Всем спасибо. I want to thank my brother Shamil and Azamat, who's and Aydemir, and of course my training club Phoenix. Ну что же, мы тебя поздравляем с победой. Я уверен, что мы скоро еще увидимся с тобой.